Новый детский сад на месте старого. Современное дошкольное учреждение появится в Октябрьском районе Самары. Строительство на улице Подшипниковая, 27, начали в ноябре прошлого года. Рабочие здесь трудятся круглосуточно. Они уже демонтировали старое здание и выполнили земляные работы. Сейчас производят устройство монолитно-ленточного фундамента. Это железобетонная плита, которую закладывают под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Проектом предусмотрено использование старых коммуникаций, обозначенные места врезки согласно технических условий водоканала, горсетей. Дошкольное учреждение возводят по национальному проекту «Демография». Здание рассчитано на 112 мест, из которых 20 ясельные. Также создадут группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Детский сад предназначен на 112 мест, при этом это специализированный детский сад. Строительство находится на контроле у губернатора Самарской области и у главы городского округа Самара. Закончить работы планируют к осени этого года. После возведения и отделки здания детского сада благоустройством прилегающей территории займется та же подрядная организация. Здесь построят детские площадки для каждой группы. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.